Объем республиканской адресной инвестиционной программы на ближайшие 3 года увеличит на 22 миллиарда рублей. В результате на мероприятие программы в следующем году направят до 36 миллиардов. В 2023 до 32, в 2024 году до 29 миллиардов рублей. По словам депутатов Госсобрания, существенный рост финансирования новых объектов здравоохранения, культуры и спорта стал возможным в первую очередь благодаря уточнению плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета. В 2022 году они увеличатся на 11,5 миллиардов рублей, а в последующие 2 года на 10,5 и 7 миллиардов рублей соответственно. На 2022 год запланировано 6,4 миллиарда рублей кредитов. Из них 3,4 миллиарда рублей пойдет увеличить РАИ. В основном он будет направлен на строительство школы в Кузнецовском затоне и также на очистные сооружения Нефтекамска. 2,8 миллиардов рублей, объемы очень большие. И также на покупку транспорта, предполагается, и объекты города Уфы. Напомню, в прошлом году объем финансирования республиканской адресной инвестиционной программы составил 17 миллиардов рублей. В этом году почти 21 миллиард. Сам испугался.